Болото Осиного острова. Как там? Евклидово, не Евклидово. Название забыл. Так, Тиньковки пеночки поют. Вот такой мостик тут построили энтузиасты. Очень приятное место. Кругом няша. Что? Ну няша, это тина называется, няша, так ряска. Я няша называю. Ну ряска, я один раз упал в пруд, кстати. Няша называется на Руси, это называется няшей. Болотная няша. Я один раз упал в пруд, в няшу. Играл в игру, надо было плескать. Вон и прям в пруд упал, такое ощущение приятное. Ну не то, чтобы потом пришлось домой идти, сохнуть. Мешаешь. Лечь. Ага. Я хочу в YouTube это видео, вот, я не буду снимать там. Чего? Вот так, частично. Вот. Да, приятно, такая дичь прям. Людей нету. Казалось бы, недалеко от Москвы. Вот там островок такой, наверное, птичий. Там, о, вообще, наверное. Не, ну а сейчас жарковато. Слушай, там такие... Когда было похолоднее, тут, во-первых, пиявки плавали. Ну, пиявка, я спокойно отношусь. 80 рублей продаются они в аптеке. Так не, ну блин, тут они плавают вживую, эти пиявки. Да я всю жизнь провел в пиявках, в прудах. Эти плавунцы, пиявки, там, личинки, стрекоз. И ужи плавают. Мне вот прошу, смотри, такой, казалось бы, остров, там земли почти нет, такие высокие деревья, там, куда у них корни не гниют, вот елка гигантская. Да, мы это с Поярковым уже обсуждали. Вот странно. Деревьев, механизмов, там, выбирания. Я понимаю, борщевик здесь растет, там, гигантский, а вот эта елка, она вот... Смотри, она высотой, допустим, метров 8-10, а корень у него, значит, больше, метров 20. Не, ну она, уходит вниз. Не формирует, в каком смысле, этот остров. Я думаю, если бы ее ну, там не было... Да, острова не было. Это еще Платонов говорил, как бы, он же был великий мелиоратор, у него куча ноу-хау. И он объяснял, когда деревья вырубили, там все затопило, все, нарушилась вся инфраструктура, сети. Слушай, тут, короче, в журнале вышла статья офигенная. В Эквадоре там как раз изучили про то, что как общается лес. У них есть свой язык общения. И эквадорские племена, они каждое дерево рассматривают как отдельное существо. С них, ну, деревья все различаются, они с ними общаются. С них как бы нет такого понятия дерева. Не каждое дерево, это как, ну, как отдельный человек. Там есть, там, например, там Владимир, Сергей, Наташа, да, там. Ну, естественно, они все разные. Да, но мы-то люди городские так не воспринимаем. Одним и тем же. То есть генетически все, пока такие. Условно говоря, деревья в лесу могут быть одним и тем же организмом. То есть, да, там одна сетка, они все общаются. Самый большой организм считается на Земле, это какой-то там лес в Орегоне. А, да, я читал, да, там. Потому что это все один клон, да, он генетически идентичен. Это один организм, да. Корнями, да. Это причем просто... у него, как бы, там, если посмотришь, самые древние деревья в Википедии, там есть какие-то, значит, отдельное дерево, а есть самое большое продолжительность жизни, это организм, лес. Как раз тот же Орегон. Больше всего в Калифорнии, почему-то эти долгожители, там сосен и так далее. Ну, там секвой. Секвой. Да. У нас только есть самое древнее дерево в этом, в Крыму где-то, кстати. Но она не самая рекордная, но если в России брать, в России нет, а вот что-то Крым там и так далее. Эх, киболотцы, о, кембочка. Няша.